против нас настоящую войну. И пока мы проигрываем. Враг атакует по всем фронтам. Это операция масштаба Нормандской. По нам наносят удары при поддержке с моря и воздуха. Вы должны срочно вмешаться. Силы противника приближаются к нашей базе. Атакуйте их с флангов из реактивных гранатометов. Это реактивный гранатомет с управляемыми снарядами. Наведите ракету на цель в полете. Она будет следовать за перекрестьем. Ракетный крейсер готовится к атаке. Несколько целей. Стрелковое оружие. Как путь? Отбой Холод-226. Следите за главной целью. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Забудьте о крейсере. У нас новая проблема. Блэквуд захватили ракетные шахты. Ракеты готовятся к запуску. Проберитесь через лес и войдите в шахты. Ракеты запущены. Блэквуд блокирует все дороги, так что будет жарко. Значит, цель Блэквуд. Боже, это 10-миллионный город. Они обвинят во всем нас и устроят глобальный мировой кризис. Мы должны взять под контроль эту ракетную шахту. Вы знаете, что на кону. Это один из взломанных терминалов, перенаправляющих наши ракеты. Вырубите его. Так, в нижней части шахты есть еще один терминал. Он отвечает за протоколы запуска ракет. Блэквуд обратили наши охранные системы против нас. Придется уничтожать твои же турели. Они заблокировали все проходы, но кое о чем забыли. Правильно, вентиляционные шахты. Готов!
нам своими жизнями. Но вряд ли они об этом когда-нибудь узнают. Ну, зато Блэквуд теперь не смогут обвинить нас в своем чудовищном преступлении. Атака Блэквуд — это месть за нашу недавнюю операцию «Черная акула». Мы загнали врага в угол, и ему некуда деваться, но от этого он становится только опаснее. Теперь Блэквуд не остановится ни перед чем. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки разрешены. Мы потеряли связь с главной базой. Отправляйтесь в радиобункер. Они не промахнулись. Это мины. Весь сектор только что превратился в большое минное поле. Внимание! Блэквуд отправили в бой экспериментальный вертолет. У нас нет сведений о его вооружении, так что будьте осторожны. Вы должны сбить вертолет, пока он не натворил дел. Бойцы, это генерал Уортон. Нужна ваша помощь. Ракета больше не представляет угрозы, но мы потеряли связь с другой командой. Отправляйтесь во вторую шахту и проясните ситуацию. Конец связи. Внимание! Ситуация изменилась. Вам придется запустить эту ракету самим. Я передаю координаты и коды запуска по закрытому каналу. Ведите их через терминал. Вы снова выполнили непростое задание и склонили чашу весов в нашу пользу. Мы используем новые координаты, чтобы нацелить ракеты на корабли врага. Надеюсь, они все до последнего пойдут ко дну. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Блэквуд играет по-крупному. Авиация врага собирается нанести удар по нашим ракетным шахтам. Всем приготовиться к бою. Как можно быстрее. Ракета запущена. Приготовьтесь.
капсулы с турелями уязвимы в полете. Мы с багом пойдем, короче, сейчас. Если кто-то не знает, сейчас мы где-то с центра сбиваем шары все и сразу стреляем с гранников по кораблю, не убиваем ботов. Пропускает, если кто-то, я быстро зажимаю. Все, гранник в руки и в корабль стреляемся. Умерли, не берите знак. Все, все, бежим, бежим, бежим. Благодарим вас, мы отбросили отряды Blackwood на нескольких направлениях. Отправляйтесь на базу. Отчет. Цель уничтожена. Вход на главную базу на другой стороне этого леса. Враг знает о нашем приближении, так что ждите засады. Не убивайте зипотов, если будут. А он мне нужен. Пропускайте, пропускайте. Они заплатят за то, что сделали с нашей бабой. Настала пора отомстить, бойцы. Кидаю гранату. Контрольная точка. Боезапас пополнен. Сейчас просто убиваем сразу. Прямое попадание по второму катеру. Огонь по пушкам. Найдите гранатомет и держитесь подальше от сектора обстрела артиллерии. А тут типа же из-за количества игроков, да, этот. Тебе синта бот. Это из-за того, что у меня боты взорвались. Это наоборот хорошо граники будет спавниться, как обычно. Давайте сейчас залпану это, тэпнется потом. А, нихуя. Че за хуйня? Че, что ты герой не так, блядь? Че он тэпает? Ну мы очень быстро снесли просто. Это а. Вот. Здесь также. Сейчас ждем, пока появится ХП. Ракеты закончились. Переходите на другую льдину.
Не подходите лучше к лодке просто так. Че, никакого краника нет? Мы что, по итогу будем шарики сбивать? Ну вот не знаю. Сейчас появится. Посмотрим. Так и так и так. Дайте я сейчас берите граник, я залпану сам. Вставай. Не-не. Ну, если у тебя граника нет, где был граник? На знаках сделаем около 3. Ну, 3 человек. На знаках всех сделаем. Знак. Он не стоит. Ракета запущена, приготовьтесь. А, бля. Не, у меня просто анимации не было. Да. Так он бы мне сказал, я убил бы. Но наши сонары что-то засекли. Вам лучше на...